То есть очень длинный. Вот я его распаковываю. Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду делать обзор микрофона, который я заказала. Вот он, собственно. Такая достаточно хорошо упакована. Ничего, надеюсь, не разбилось по пути. Здесь такой пакет. И в этом пакете еще вот такая защита. И вот, собственно, уже микрофончик. Я его заказывала во вторник. Сам продавец обещал, что доедет за 2-3 дня где-то. В принципе, так и случилось. Во вторник я заказала, в пятницу он мне уже доехал. Достаточно быстро. Упаковка целая вся, то есть нигде нету никаких заломов или каких-то признаков небережного отношения к посылочке. То есть все хорошо. Везде все целенькое, везде все аккуратненькое. Упаковано, кстати, очень хорошо. То есть был пакет сначала, и потом еще вот такой вот пакетик. Пупырчатый пакет. Приобрела я микрофон и недорогой, и недешевый. То есть он стоил 1668 рублей. То есть я не хотела, чтобы микрофон был и слишком дешевый, но и слишком дорогой тоже, мне кажется, пока что нету смысла брать. Вот я его распаковываю. Здесь у нас вот такой мешочек в самой коробке. И здесь, собственно, наклеечки. Не знаю, куда их клеить. И, конечно же, инструкция сама. Здесь я вынимаю уже само содержимое. Здесь, кстати, даже есть пакетик, чтобы убирать влагу. Шнур у этого микрофона на 6 метров. То есть очень длинный. Вот, собственно, и наш микрофончик. Он пока без защиты от ветра. Как мы все знаем, микрофон нужен, чтобы улучшить качество видео. То, чтобы не было каких-то лишних звуков. Здесь еще есть пакетик с, в общем, содержимым для того, чтобы микрофон работал. То есть у нас есть вот такая вот штучка, чтобы защищала от ветра. Есть, собственно, батарейка. Но батарейку эту нужно будет наверняка покупать через какое-то время еще новую. И еще здесь вот такой вот, такая вот как приколочка для того, чтобы закреплять к, например, одежде. Я уже здесь закрепила вот эту вот приколочку. И, собственно, уже надеваю этот, по-моему, он называется ветровичок. По-моему. Ну, то есть для того, чтобы не было посторонних шумов. В общем, вот так этот микрофон выглядит. Он маленький, но если, в принципе, одевать какую-то черную футболку или черный какой-то свитер, то, в принципе, не будет заметно. Но всегда можно там поддеть где-то под низ. Ну, главное, чтобы хорошо, конечно, было слышно. Вот, но размер у него нормальный. Эта приколочка достаточно хорошо закрепляет. Вот, например, я закрепляю к одежде, оно хорошо прикрепляется, нигде не дергается, ничего, то есть все хорошо. Чувствительность у этого микрофона 30 дБ. Я уже посмотрела некоторый обзор этого микрофона. В принципе, уже более-менее знаю, что куда. Здесь у нас вот такая вот маленькая батарейка. Ее нужно вот сюда открутить, эту часть, и сюда вставить батарейку. Здесь указано, где плюсик и минус, то есть никаких вопросов с этим не возникает. Вот я уже вставила батарейку. И теперь закручиваю. Здесь у нас есть вот такой переключатель, который, если вам нужна камера, то есть наверх, в режиме наверх. Если вам нужно в режиме смартфона, то есть вниз и там, где off. Здесь у меня таких три разъема, которые позволяют вставить в телефон и чтобы звук, в принципе, был хорошим. Здесь еще есть вот такая штучка, но пока я не разобралась, куда она, так что почитай инструкцию и разберемся как-то. В общем, вот здесь у меня голос без микрофона. И сейчас я включу и посмотрим, какая будет разница. Хорошо ли оно работает и хорошо ли выполняет свои функции. А здесь я уже записываю звук при помощи этого микрофона. Надеюсь, что звук хороший. Я пока не слышу, как он будет. То есть услышу на монтаже. Но должно быть хорошее качество. Я, кстати, очень рада, что приобрела этот микрофон. Теперь меня будет слышно чуть-чуть лучше. Но вот при помощи этого микрофона будет вот такой звук. Или вот такой вот звук, если я опущу чуть-чуть ниже микрофон. Микрофон достаточно удобный, очень легенький. Здесь кабеля очень много. Здесь аж 5 метров, то есть эта часть, она метр,
а здесь уже 5 метров. И здесь вот такой переключатель, который тоже можно где-то прикрепить. В общем, ребят, вот такой у меня сегодня получился обзорчик. Надеюсь, вам было это полезно. Я очень рада, что приобрела такой микрофончик. Теперь мои видео будут с лучшим качеством. Надо к чему-то стремиться. В общем, ребят, такой у меня получился сегодняшний обзор. Надеюсь, вам понравился. Обязательно не забывайте жмякать лайки там внизу. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!